Стану близко, вся помаха. И вот такой вот его спорт, питание для похудания, а точнее для поддержания из формы, физической формы. Тут всякие каши дневная с этими, со всеми для похудания. Топинамбуром, стевией, галедой, я читал, внука читал информацию там. Ну и тут намешал все всякие яблоки и вот эти вот сладости и стройности, тоже с всякой фруктозой вместо сахара. Для фигуры, видите, тоже со всякие романтовые, амарантовые, со стевией, тоже с топинамбуром и прочее. Вот. Много чего. И тоже сладости. О, как написано, умные сладости. С этими йогуртами пришел и все. Обалденно вкусный, главное, что ли. Без вреда для фигуры, но если даже появятся лишние калории, килограммы, мы их больше просто будем заниматься и собьем. И весь наш жир в мускулы уйдет. Вот и все. Главное правильно соотносить расход, нет, приход и расход килокалорий. Вот и все. Значит, больше обожрешься, больше заниматься будешь. Все. А вот эти вот
завтраки. Для сердца, для печени, для почек, для мозга и для сосудов полезно. Тут очень много шпинкует всякого полезного. Всякие сквален, какой-то топинамбур, стевия, атарарант и так далее. Вот. Это умные плоды. То, что умное, полезное, более меньше, то есть менее вредно. Но знаете ли, даже полезно, если съешь много, переешь. Это будет уже во вред, поэтому все хорошо, но в меру. Знать на всем. Я специально выделяю все на тарелочку, чтобы не переесть количество порций. И все, тогда нормально. Стараюсь следить за количеством порций. Сколько в тарелку наложишь с горсти, столько и съешь, чтобы больше не заниматься. Ну, килокалорий примерно считаю, рассчитываю. Приход и расход. Вот и все. Йогурт я стараюсь выбирать тоже с меньшим количеством жира и больше с ягодами, вот, с натуральными, более натуральный, чтобы состав был, меньше там добавок. Это с черникой, это для трения полезно, у меня кратко трение похвалит. Вот. Буду сказать важную деталь. Почему эти умные сладости? Потому что в них входит стевия, там, она сама по себе сладкая, даже без фруктозы. Даже не то, что там сахара нет, во-первых, нету, подсолод натуральный, подсолод, даже фруктозы нет. А есть стевия, она очень сладкая сама по себе. Вот. Из меда вроде. Ну, натуральный, в общем, продукт. Почему и написано это, что умные сладости? Потому что они меньше вреда приносят. Борются даже наоборот с некими заболеваниями, с ожирением, с речением. Наоборот, видите, как сладости, казалось бы. А это диабетические продукты для диабетиков как раз-таки, потому что всего натурального стоят. Меньше вреда для здоровья приносит. Наоборот, больше пользы. Ешь и худей написано даже. Видите, умные сладости поэтому. Потому что по своему составу в них больше полезных продуктов, чем вредных для человеческого организма и здоровья, для фигуры. Вот сладости для стройной, умных, для стройности, умные сладости. Ешь здорово, написано, ешь и худей. Вот, кстати, каша льняная очень полезная со стевией, топинамбуром, стевией и галегой. Да там много всего. Немаловажная деталь. Данные сладости подобные не вызывают кариеса. Ну так, по крайней мере, пишут реклама. Рекламщики, рекламодатели не знают на самом деле, так или не так. Все равно чистить зубы надо. И хотя бы полоскать, ополаскивать после каждого приема пищи, это уж точно. Если нет под рукой зубной пасты и щетки. Верно подмечено на них. От таких умных сладостей настроение даже поднимается, правильно? Возможно, правильно говорят, что полные люди, даже вот кто больше сладостей есть, они более счастливые, у них хорошее настроение. Но знаете, это опять-таки до поры до времени. Зато более стройные, хотя и строгие, зато они более здоровые. А у тех быстрее болячки начинают. Здесь минусы и плюсы свои. И худые, и стройные тоже загибаются. Тут 50 на 50, как повезет.